Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале ПК для всех. И сегодня у нас будет видео, как написать письмо по электронной почте. Рассматривать мы будем на примере почты Gmail и почты Mail.ru. Открываем почту Gmail. И после того, как открылась почта, в левом углу будет «Написать». Нажимаем. Откроется вот такое окно. И здесь будет вкладочка «Кому». В этой вкладочке нужно написать адрес почты, на которой вы отправляете письмо. Я ввожу адрес электронной почты, на которой буду отправлять письмо. Отправлять будем на mail.ru. Здесь можете поставить тему сообщения. Чуть ниже пишем само сообщение. И нажимаем кнопочку «Отправить». Идет отправка. Письмо отправлено. Переходим в Mail.ru. И как вы видите, во входящих одно новое письмо. Открываем. И здесь именно то, что я написал. Теперь отправим с Mail.ru. В левом точно так же углу будет написать письмо. Нажимаем. Все точно так же. Кому? Я пишу адрес электронной почты. Как видите, у меня она высвечивается. Можно написать тему. Также можно прикрепить файл. Нажав на него, откроются папки, которые находятся у вас на компьютере. И здесь вы можете какой-то файл прикрепить. И пишем. Нажимаем на кнопочку «Отправить». Ваше письмо отправлено, перейти во входящие. И переходим в Gmail. Как мы видим, пришло наше письмо. Надеюсь, я вам помог разобраться. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До следующих встреч!